Да здравствует корабль. Случайно в лог. Иди, откуда пришел. Тебя ждет смерть от отравления. Тремя фунтами стали. Там дела. Эй! Идут. Только мне все равно крышка. Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Посмотрю, может, что-нибудь выберу. Будь здоров. Все ко мне! Сюда! Эй, Седой, видел уже, что у меня на прилавке? Желаешь, если у меня нет. Я бы сейчас лучше в карты сыграл. Thank you.
Чего желаешь? Посмотрю, может. Откуда пришел? Тоже хочешь подзаработать? Все ко мне! Сюда! Лучшие товары по эту сторону Понта. Дуэльшайс, вчера нашли еще один труп. Весь высосан до последней капли. Только кожа на хвосте. А вам что, милостивая госпожа? Циркуль? Боль? Дешево продать. К тебе тоже приходили люди, ублюдка, младше. Взять плату за охрану. Ха! Клиент! Покажи, что у тебя есть на продажу.
был... с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. А! Покажи. Было. Покажи. Было. А! Что скажешь насчет партии в Гвинт?
Чего глазом косишь, седой? Что-то не верится, что Нэнги чарами промышляла. Такая милая стала. Как там в сказке было? Это у рыцаря были белые волосы, или он на белом коне? Рузанки на сиськи! Да из тебя попрошайка покруче выйдет, чем... Говорю вам, вот такого угря вчера вы. Есть новости из Визима? Я пришел поговорить насчет заказа. Заказа? Ах да, что-то я такое подписывал. Говорят, какая-то тварь нападает на одиноких прохожих и бросает тела в Оксенфурские каналы. А почему вы сами этим не займетесь? Может, потому что нам нужно выиграть эту долбанную войну, и у нас нет времени лазать по стокам. Сначала поговорим о величине награды. Если ты себя покажешь как следует, тебе жаловаться не придется. Риданская армия — это не банда оборванцев. На Ведьмака у нас денег хватит. Я понимаю. Цех цен... О, ты начал дело говорить. Может, мы еще... Ладно. Столько я могу дать с чистым сердцем. Я возьму этот заказ, но мне нужно больше деталей. Расскажу все, что знаю. Есть какие-нибудь свидетели? Кто-нибудь видел эту бестию? Какая-то женщина пережила нападение. Говорят, она с того времени не просыхает. Так что я бы ее поискал в корчме в Оксенфурте. Я хотел бы осмотреть тела жертв. Да трупы как трупы. Когда я осмотрю раны, будет ясно, что это за тварь. Спроси нашего коновала. Может, он не сжег еще тела? Он, наверное, в хижине сидит на берегу. Мы там как бы морг устроили. С наградой же проблем не будет? Не будет. Хочу, наконец, это выбросить из головы. Ты
Может, поставишь бутылочку жертве бестии? А ты расскажешь мне о нападении чудовища? Без бутылки здесь не справиться. Думаю, ты расскажешь все, что я хочу, и без всякой бутылки. Да, скажу. Я тогда выходила из корчмы. А может, я и выпила лишнего. Но это мне точно не привиделось. И вот что-то в переулке окликнуло меня по имени. Было темно, и я не видела, что там. Но точно не человек. Откуда такая уверенность? Я просто знаю. Это нечто схватило меня за край юбки. Но я вырвалась и убежала. Только и всего? Немного ты видела. Ты тоже мне не веришь? Да иди ты! Чем из меня? Все ко мне! Сюда! Стой! Кто идет? Барон у себя? А тебе что? Дело есть. Открывай ворота. Нет уж. Мы слыхали, что ты устроил в корчме на распутье. Таким, как ты, сюда хода нет. Здесь не пройти. Надо что-нибудь придумать. Может, кто-то из местных жителей все-таки отважится мне помочь? Один только дряхлый старичок от меня не бежит. Мое почтение. И тебе привет. Все бегут, как меня увидят, а ты нет. Староват я бегать. Да и что ты мне сделаешь? Убьешь? Воля твоя, мне и так недолго осталось. Шкуру спустишь? Так спускать уже нечего. Ты давно тут живешь? Ну, с рождения. Почитай, 70 весен будет. И, наверное, все тут отлично знаешь? Да, не жалуюсь. Мне надо в замок. Можно туда в обход ворот попасть? Можно, только немногие об этом знают. Если бы ты, ну, к примеру, дал бы мне какую-нибудь денежку, я бы, может, и подсказал. Ты мне ради денег помогаешь? Или почему? Тебя ведь не впустили из-за того, что ты устроил в корчме на распутье, так?
а тамошний корчмарь Шурин мой. Ничего ты от меня не получишь. Если есть другая дорога, я ее сам найду. Ха, найдешь. А может и нет. Ну что, подумал? За монетку я подскажу, как войти. Ты мне ради денег... Тебя ведь не впустили из-за того, что ты... А тамошник... Будь по-твоему, не хочу я спорить со стражниками. Несколько лет назад, когда во Вроницах еще старый владетель правил, пропал подмастерье кузнеца. Всей деревни его искали, но тщетно. Наконец нашли ребятенка. В реке. Утонул он. Печально. И как мне это поможет? Через пару дней баба, что служила у владетеля, нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем. Парень упал в колодец? Так точно. А где нашли ребятенка на северо-запад отсюда? Поставили часовенку. Выходит, и вход там неподалеку. Как туда дойти-то? Ступай по той дороге, что через деревню идет, пока не дойдешь до моста. За мостом поверни направо. И дальше иди прямо, пока не дойдешь до развилки. Там опять сверни направо. И по тропке на холм. А сверху как раз часовенка-то и будет. Направо за мостом, потом еще раз направо. Я найду, спасибо.